Удача будет во всем сопутствовать тем, кто в этом году посетит зоопарк Мадагаскар. На днях там родились сразу несколько символов 2015-го. Родителями стали три семейства – овцы, а также альпийские и нубийские козы. Очень. Так, вот. Вот мы какие хорошие. Вот у нас два козленочка. Родились они 26 числа в 7 часов утра от нубийской козы. Вот, два мальчика. Чувствуют себя хорошо, кушают хорошо, маму сосут. Эти двое козлят – первые детеныши шоколадки, так зовут их маму. Кстати, нубийская коза из зоопарка Мадагаскар уже успела стать телезвездой. Она, как символ года, снималась в праздничном ролике у нас на Первом городском телеканале. Ну а малышам пока имена не дали, клички им хотят выбрать с помощью нижегородцев. У соседей по вольеру, альпийских коз, первое потомство появилось на день позже, 27 февраля. Новорожденную козочку назвали Радой. Порадовала работников зоопарка и овечка Буся. Она стала мамой в первый день весны. Сейчас сотрудники Мадагаскара балуют молодых мам различными лакомствами, включают в рацион самок больше свежих овощей, чтобы те могли как можно дольше кормить детенышей молоком. О, папашки, на улицу! А вот счастливых отцов от детенышей, наоборот, отделили, чтобы избежать конфликта поколений. Это было очень долгожданное для нас событие, и достаточно необычно, что три семейства сразу стали родителями. Добавляет радости то, что они являются символами этого года, вот, и то, что у нас сразу четверо деток получилось.